Отжимай голову, голову отожми. Работай ты. Марик левой рукой, голову вниз. Разверни их сетки его, Марк. Застой, застаивай. По разным сторонам подвигай. Твое дело, Дески! Твое дело, Марк! Вот хорошо. Марк, проваливай! Проваливай, Марк! Проваливай! Еще! Не отворачивайся от него! Во, хорош! Макс, без, Марк, без понтов, руки выше, собрани, собрани, во! Руки выше, держи, Марк! Двигайся, не застаивайся! Сейчас через удар в ноги пойдет! Проебал ровно! Как надо Марику делать? Покажи. Покажи, как Марку надо делать, да. И въебал. Наебали на 10 секунд раньше уже кончили. Назад. Я знаю. Отлично, прямая атака, фронт нужен, фронт. Да. Качай, качай, Марк, качай. Больше, качается нога. Больше обмана, Марк, больше обмана. Пусть угол свой слушает, то что Влад подскажет. Отлично! Пиздец, пацаны. Ближе надо подойти. Марик, слушай Влада, и все. Марк, ноги. Повтори, блядь, ёбаный рот, мешает, пизда.
Победа присуждается Мельнику Юлиану Аскери, который становится чемпионом нашей соревнования. Остаться для награждения, бойцы. Бойцы, остаться для награждения. Аккуратно, Марк. Руку достань, браво. Достань свою руку, блядь. Спортсмен, занявший третье место. Блядь. Заячный Кортакаин, Астана Пусин, весовая категория 61,2. Мост! 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 Марик, завяжи его! Марик, не отворачивайся, завяжи! В отходе номер 2 награждаюсь наш гость 37 Федерации 30 секунд, Марк! Концовочка! Марк, концовка! Бей, бей! Концовка, Марк! Все, время. То, что надо. Он слушает, угол ходит. Я знаю. Вот здесь, вот здесь. Давай его ногу уже попадать. Я ему. Я ему говорил, какие-то. Марик, спокойно, все хорошо. Да.
Не, Влад. Оставь. Уйди от стены! Спину не отдавай. Встать, встать, Марк, встать. Вставай, стряхивай. Встань, уйдет, упадет, блядь. Стряхни его, блядь. Встань, 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 он упадет. Встань, он стряхнется, Марк, стряхнется, блядь. На по жопе. В этом поединке первый октагон. Победу единогласным решением судьи одержал Чизмава Федор, князь Владимир, и вышел в финал.